Вот такой мотоцикл мне попался сегодня на улице. Это Honda Shadow American Classic XL, что-то там. Собаки. Зума нет у меня в видеорежиме. В общем, это аналог Харли Дэвидсона от японских производителей. Японцы научились обставлять Харлей по всем статьям, и особенно по надежности и неломучести. Потому как японские мотоциклы очень хорошо ездят. Так, а мне там сзади машина уже едет. Они очень хорошо управляются, в отличие от Харлея, и у них хорошие ходовые характеристики. Вот такой вот замечательный автомобиль Smart я видел в одном из московских дворов. Эта модель называется Smart Fort 2, наверное. Smart Fort 2. Такое двухместное купе, мини-машинка такая. Вы знаете, еще Smart такой маленький, высокий. Кабина на роллер такой маленький, высокий. Прокат еще сдается. А есть еще Smart 4, то есть на четверых. А есть вот такой Smart 4-2, на двоих как бы. И я там в титрах приведу все его техническое описание, потому что сейчас я этого не знаю. Вот, а вы там потом почитаете. Are you listening? Damn. Сейчас я к нему подъеду, я как всегда не выхожу из машины, у меня моя визитная карточка, не выхожу из машины. Подъеду поближе. Микрокороткометражки. Я снимаю короткометражки. Вот он, и парашютист, и Вата Фэмили у него написано, или Вала Фэмили. Делемхорст Билфорд Коротомобил. Вот, такой вот смартик, обклеенный такой красивой пленочкой. Обычно сзади кому-то надо. Он спереди вот так выглядит. Потрясающий автомобиль. Тёлки, разные тёлки. Садятся в такси. Пьяные тёлки, разные тёлки. Старые, молодые. Голые, одетые, толстые, худые. Разные тёлки, умные, тупые, богатые и бедные. Спокойные, разбитные. Тёлки, 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 не тёлки. Садятся в такси и в автобусы тёлки. По улицам тёлки ходят тёлки. Тёлки, не тёлки, ходят тёлки. Тёлки по улицам ходят. Ходят тёлки, тёлки-метёлки, тёлки по улицам ходят, голыми ногами бродят, ходят, бродят.